Ну что, настало время разобраться с этими проклятыми бандитами. Надеюсь, то, что тут будет глава бандитов, я ему сейчас надеру задницу. Как я понимаю, это их главное здание. Тут они все обитают. Склад всяких запасов еды. Дальше нужно смотреть, внимательно. Тут у них какая-то компьютерная зона или что это вообще такое? Не понимаю, что они вообще тут делают. А тут они что делают? Какие-то расчеты. Только не говорите то, что они пытаются найти какое-то противоядие против зомби-вируса. Это ж тупые бандиты. Ладно, что там? Что там? Кстати, мне бы перезарядиться нужно, только у меня патронов вообще никаких нету. Может, я тут смогу найти что-то? Там 100% кто-то должен быть. Там 100% кто-то должен быть. Ладно. Ладно. Твою мать! Ах, еще один бандюган. А стоишь там, паскуда? Только как я дверь открою, если она закрытая? Ладно, ладно, нужно отсюда сматываться. Может, я найду где-то дверь. У меня, конечно, есть РПГ. Я с помощью этого РПГ запросто могу взорвать вот эту дверь. И этого проклятого бандюгана. Только нужно, наверное, найти какой-то другой способ. Не хочу тратить. Не хочу тратить столько ракет, чтобы пробраться как можно дальше. Может, они мне еще даже пригодятся. Так, ладно, что тут есть? Что я вообще тут могу найти? Тут что? Ничего. С4? С4 пригодится. У меня, кстати, наверное, в рюкзаке также есть еще С4. Да, есть С4 и есть детонатор. Замечательно. Фух, патронов больше нет, только вот этот доисторический дробаш. Я, наверное, все же его вытащу отсюда. Он мне пригодится, потому что больше патронов у меня нету. О, ладно. Тут еще что-то будет? Тут ничего, тут ничего. Ничего, ничего. Давай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Еще что? Да. Так, 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 граната, граната, граната пригодится. Ладно, тут еще так же что-то может быть. Ох, бандюган. Так, 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 спасибо. Ну это, по идее, это же основное здание бандюганов. 100% они тут будут хранить какие-то нужные им припасы, нужные им вещи, поэтому. Так, 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 так. Да, 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 да. Магазинчик на калаш. О, боже, о, спасибо, спасибо, бандюганы проклятые. Хотя бы в чем-то мне помогли. Так. Не самая приветливая зона. Офигеть, сколько же тут трупаков. Что ж за звери вот так людей вешают на стены? Ладно, что там внизу? Нужно 100% туда спуститься. Я нигде не нашел никакой ключ к двери на втором этаже. Может, там будет что-то снизу. Может, там что-то будет. Ладно. Так, господи, это еще что такое? Это, похоже, тюряга. Тут может быть мама Жеки. Они ж тут 100% кого-то... Они ж тут держат кого-то 100%. Так. Так. Офигеть! Это еще что? Так. Это еще что за гигант конченый какой-то охранник. Так, это ключ? Так, ключ, ключ, ключ. Ключ, 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 ключ. Так, ключ, да. Замечательно, с него больше ничего не выпало. С этого охранника. Так, нужно открыть, нужно выпустить бедных вот этих людишек. Ну да, если бы они живы были. Нужно их выпустить. Беги, беги, беги. Мне кажется... Он уже тут провел столько времени, то, что он вообще не соображает, что сейчас происходит. Ладно, ладно. Так, ничего у него нету. Тут что-то будет. С этого охран... Так, 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 задергался, зашевелился. Нет. Он вообще с ума сошел. Он 100% уже ничего не понимает, что тут происходит. Так, у этого охранника что-то было? Офигеть просто. Так, трупаки. У этого охранника больше ничего не было. Ладно, ничего, ничего. Ох, ты же офигеть. Так, тут у него что-то было в этих? Нет, мне кажется, тут ничего у него 100% нету. Нет. Все, что мне нужно было, я только что достал. Это ключ ко второму этажу. Так. Угу. Тут у них душ. Давай, давай, беги отсюда, беги, беги. Ты что, давай? Да вы что, сам вообще с ума нахрен сошли? Я их вызволяю, они дебилы. А, ну понятно, они уже тут столько времени провели, то что... Конечно, с ума все посходили. Ладно, у меня есть ключ на второй этаж. Только перед этим всем я хочу узнать, что вот там такое. Что там может быть такого? Я тут все проверял. Да, я тут уже все 100% проверял, поэтому нужно выдвигаться туда. Может, там что-то будет интересное. Так. Фу. Ладно. Твою мать!
Да что вы так же... Так, так, ладно, 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 ладно. Нужно сначала этих всех за раз убить. Так, да что же... Так, полетел. Иди сюда. Идите... Да сколько же вас... Офигеть, они меня просто сейчас закокошат. Иди сюда. Зомби-гигант, так. Какой-то он слишком... Фух, наконец-то. Так, нужно все рассмотреть. Нужно все рассмотреть, что тут есть такое. Нужно перекусить. Ох, так, в первую очередь, я даже не удивлен, то, что у этого барона, этих бандитов, просто офигеть какие тачки. Он, наверное, наворовал все тачки с этого города. Тут что-то будет? Реально тут что-то будет нужное? Нет, тут точно ничего нету. У него даже в гараже Бугатти стоит. Офигеть. Не-не-не-не-не, тут топлива, нету топлива. Нужно 100% будет сюда вернуться и просто забрать вот эту Бугатти и сохранить ее в своей коллекции. Так, это еще что такое? Что это за... Офигеть, это что? Это какая-то ядерная боеголовка. Ну, капут, они же захватили вот эту военную базу, 100% у них. Офигеть, сколько у них оружия. У этого бандюгана еще личный самолет есть? Так, никуда он не улетит. Никуда он не улетит. И, в принципе, этот самолет даже мне не пригодится. Есть тут топливо вообще? Есть тут топливо в этом самолете? Нету. Нету, я даже посмотреть не могу. Так, нету топлива. Никуда ты не улетишь. Если ты захочешь куда-то улететь, вряд ли у тебя получится, зараза. Ага, да, получится. Конечно, получится у него улететь. Лучше я использую вот такой метод. И навсегда лишу этого конченного барона бандитов возможности улететь с этого города. Я его найду, я его прикончу. И за Жеку, и за его маму. Ладно, ладно, нужно убираться отсюда. На самолете он уже 100% никуда не улетит. Ключ, так, ключ у меня есть. Я сейчас открою дверь. Фух, бандюган проклятый, а. Ладно. Не ожидал такого паскуда. Так, тут еще... Иди сюда. На ты. Так, это еще у них. Это у них спальня, это у них игровая какая-то комната. И они тут, походу, даже жрут. Так, они тут спят. Есть тут что-то? Ничего нету. Ничего. В шкафчиках ничего нету. Ничего. Да, зашибись. Так, бильярд, это еще что такое? Подарки, да? Значит, вы уже к Новому году готовитесь. Не будет вам подарков, бандюганы проклятые. Не заслужили вы подарки. Не заслужили вы подарки, бандюганы проклятые. Я сейчас заберу нафиг. Заберу. Ничего вы не заслужили, бандюганы. Так, это забрать нужно. Да... Ах, сейчас я выкину это нахрен. Только из-за принципа, то, что эти бандюганы ничего не заслуживают. Только смерти. Вот что они заслуживают. Нате. На тебе. И вот так, вот гори-гори, ясно. Бандюганы. Так, ладно. Там самый-самый верхний этаж. Фу, что тут вообще будет такого? Ладно, нужно Так, у меня есть вообще... Это глок. Не глок, а мне вот этот пистолет нужен. Так, сколько у меня патронов на вот этом пистолете? 5. Ладно, ладно. На калаше 8. Ну, на дробаше еще немного есть. Ладно. Фу. Это последний этаж. Надеюсь, бандюган будет вот тут. Головарь. А что тут пусто вообще? Это 100%. Это 100% логово главного бандита. Потому что ни у какого простого бандита не будет вот таких хором. Так, так, нужно все подробно рассмотреть. Рояль, конечно. Конечно. Так, так, зелье регенерации сойдет, сойдет. Зелье Викнес, зелье Night Vision, вот это сойдет. Тут что? Нет. Fire Resistance, вот это сойдет. Так, так. Фу, ну хотя бы что-то мне пригодилось. Вот это можно выложить вот сюда. Это тоже. Ох, так, и вот это сюда. Зашибись. Вот пускай будет пока вот так. Так, ладно, что у него еще тут есть такого важного? Тут есть что-то по шкафчикам, может, я что-то смогу найти. И почему его нету? Где он вообще шастает вот сейчас? Так, топор. Тут ничего нету. Монетки какие-то валяются. Ладно, тут... Кто? Так, 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 я кого-то слышу, я кого-то слышу.
Только не знаю, где он был. Так, тут окно, ладно. Что это за книга? Так, ладно. Ну, здравствуй. Давно хотел с тобой познакомиться. Но, к сожалению, не в этот раз. Так. Как я понимаю, это главарь бандитов сейчас мне написал. Ладно. Что или кого ты тут ищешь? Женщину? Ты ее тут вряд ли найдешь. Поэтому зря ты сюда пришел. Но я знал, что ты явишься здесь. Так. О какой женщине он вообще говорит? Это 100% речь идет о маме Жеки. Потому что я только ее сейчас ищу. Больше никого. Откуда он вообще узнал то, что я сюда приду? Ладно. Поэтому я для тебя приготовил небольшой сюрприз. Оглядись по сторонам и попрощайся. С кем попрощаться? Я надеюсь, что мы с тобой больше никогда не увидимся. Что по сторонам? Твою мать, я только сейчас заметил то, что тут куча динамита! Нет, твою мать!